Я думаю, вам понравилась тематика стрима, где мы определяем, какой из двух танков лучше для рандома. Вчера мы откатали сессию на ИС-4 и ИС-7, где семка в разы обошла ИСа-4. Смотрите, почему так. Дело в том, что после недавнего обновления ИСу-7 добавили прям слишком много брони. Мало того, что ее много на цифрах, так машина еще и не прямой формы, что сильно помогает танкованию. Но и это еще не все. Если у вас есть хотя бы какое-то понимание об игре на урон, семка в разы лучше успевает это делать. ИС-4 просто броня на цифрах или квадратная боксерская груша, которая в придачу никуда не успевает. Нет, это не совсем плохой танк, просто на фоне апнутой семки ИС-4 рядом не стоит. ИС-7 я могу посоветовать прокачки как новичку, так и опытному бойцу. Да это, пожалуй, самый универсальный тяжелый танк в игре. Но самое универсальное решение – это подписка на канал.